Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Антитеррорист Rush 3. В атаку, сразу же побежим с тобой, потому что улучшаться мы пока не можем. Тихо, ничего себе, они крепыши какие. На-ка, получи. Так, этого расстреляем. Так, еще одну собачку вызовем. Так, с этими надо, наверное, вот так вот покончить. Ох ты, ничего себе, там чувак с минометом. Так, псина, давай быстрее выходи. Трындец, короче, тут, друзья мои, вообще жесть. Посмотри, что происходит. Сейчас меня, да, расписали. Слушай, ну на самом деле здесь жестко. Ты посмотри, с минометами, с автоматами здесь. И я как хлыщ. Ладно. Так, что мы можем с тобой прокачать собак? Давай сделаем. Нам бы пару звездочек, да, с тобой. Всего лишь одна. Так, ну если мы с тобой, например, пройдем этот уровень, я надеюсь, мы его пройдем, то все будет очень даже замечательно. Так. Ну ты посмотри, что творят, а. Так, давай этих, наверное, уничтожать с тобой. Норм, пока норм, ребята. Но по хп, ой-ой-ой-ой, как они тут меня уничтожают, ребят. Это, конечно, жестко. Именно с минометов, да. Но, тем не менее, мы с тобой получили, по-моему, еще одну звезду. И того у меня... А, даже две. Слушай, мы можем с тобой прокачать маленько. А что нам сделать? Слушай, я, наверное, прокачаю собаку. Урон 700. Отлично. Урон 700. И остается у нас с тобой прокачать верхнюю строчку. Ну, тут, конечно, еще надо будет нож прокачать и гранату. Так, ладно, а здесь у нас... Так, секунду. Я, наверное, прокачаю пистолет. Все. Давай попробуем еще разок. Мы должны с тобой пройти этот уровень. Мы обязаны его пройти, ты понимаешь? Мы обязаны с тобой его пройти. Давай. Собачки, вы хотя бы уничтожаете противников-то. Ух. А у меня уже закончились боеприпасы. Вот и доигрались мы, по-моему, да, с тобой? Да, тут в любом случае мне уже никак не справиться. К сожалению. У меня нет слов, ребята. Просто нет на это все слов. Снаряга. А что мы тут по снаряге можем сделать? Так, атакуют наземных врагов. Угу, все. Продолжаем. Блин, ну на этом уровне я, по ходу дела, зависну надолго. Жестко. Ну ты посмотри, а. Здоровье просто улетает в мгновение ока. Просто в мгновение ока. Я ничего не успеваю сделать. Меня уже, ну, практически разнесли, ребят. Вон, все, этот с гранатомета по мне попал. И, как видишь, мы с тобой отступили. Сколько? Две звезды пока еще, да? Этого мало. Прокачаю тогда еще гранаты. То есть это у меня уже будет 6 гранат вместо 5. Давай. Вот надо вот этих вот как-то, я не знаю, моментально разносить. Давай. Вызываем собачку. Здесь сделаем вот так. Вызываем пса опять. Ну! Я больше ничего не могу сделать. Не хватает, ребят, не хватает у меня, я не знаю, жетук, скорее всего, да. Они меня уничтожают. Так, мы можем с тобой еще прокачать. И здесь... Ну давай, наверное, нож, скорее всего, да? Урон 700. Побежали. Попробуем. Ну теперь нож у нас с тобой будет наносить побольше урона. Я надеюсь, хоть от этого будет какой-нибудь толк.
Слушай, ну в принципе очень даже неплохо. Ага, так, так. С минометами. Это самые, вот я тебе скажу, вреднючие чувачки. Именно они очень много наносят урона. Ну давай ты, ёпрст. Совсем, это был последний, ты представляешь? Мне не хватило одного выстрела. Ну-ка, зайдем в снарягу и посмотрим. Здоровье. Конечно же, здоровье мы с тобой восстановим и усилим. Так, поехали. Давай-давай-давай, колбасим. Так, песик, выходи. Давай сюда нож. Это вот так надо с ними. Я не знаю, что еще тут можно придумать. Как с ними здесь разбираться. На тебе. Получи. Сколько тут еще их, а? Ай-яй-яй, опять мне не хватает, да? Да чтоб тебе. Вот где я могу, а, ребята, делать недочеты? Что такое у нас здесь? Хм. А я не буду качать никакую гранату. Я лучше получу еще одну звезду и прокачаю себе пистолет. И так, во. Автомат. Поехали. Все равно я эту миссию сегодня пройду. Чего бы мне этого не стоило, ребят. Пройду я эту миссию. Так, пускай. Блин, мне проще, наверное, на кнопке, ребят, вот это вот все установить и нажимать, когда мне нужно. А не так вот, как я делаю, перетаскиваю зачем-то сюда, переношу это все. Не так намного хуже играть. Так, давай вот этого, наверное, ушатаем. Песик, беги. Ну вот, прошли мы с тобой этот этап. Просто меня выбесил он. Так, и я хочу сейчас приобрести себе пистолет. Так, погоди-ка, я не это имел в виду. Я вот здесь хотел взять. Да. Берем. Ну, а раз у нас еще есть с тобой и деньги, естественно, будем прокачивать. Я думаю, что, наверное, возьму... Ага, автомат мне никак. Собаки? Да, конечно же. Ну что ж, давай смотреть, что за следующая миссия у нас. Опять мы с тобой в городе, да? Да хорош. Так, пока я этим займусь. Давай, родные мои. Так, кто тут у нас, ага. Слушай, я вот этот уровень что-то прошел довольно быстро. Я даже не заметил его, если честно. Так, денег у нас не хватает ни на что. Звездочка всего лишь одна. Поэтому поехали. Опа. А это типа босса, что ли? Слушай, да, это типа босса, ребята. Который меня будет преследовать, я так понимаю, да? Так, расстреливаем. Собака, выходи. Давай, песик. Так, у меня закончились, ребят, патроны. У меня закончились патроны, и причем у босса еще дофига здоровья. Я не смогу пройти его. Хотя смотри, солдафон-то у меня стреляет по нему. Да ладно, ты серьезно? Он сам справился. Замечательно. Так, ничего себе, мы тут с тобой. Ого, это за босса нам столько дают? Ребята, уже, ты посмотри, 53 уровень. Победа! Да, друзья мои, спасибо за игру. Ты представляешь, а я еще даже
не все себе прокачал. Ну что же, самое главное, что мы ее прошли. У меня 11 звездочек и 5139 баксов. Только вот потратить их некуда. Ну что, дорогие друзья, тогда мы на этом закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.